Скажите, чем для вас является интернет? Ну, вообще средством общения, средством поиска информации. Вот, наверное. Общение, как минимум. Средство связи, да? Ну и поиска информации, и карты. Интернет. Проблемой большой является интернет. Социального общества. А вот для чего вы в него заходите? Вы же пользуетесь интернетом. Соцсети привлекают, я не знаю. Все болеют этим. Ну, интернет, во-первых, больше общения. И знакомство, все это хозяйство с друзьями и другие прочие. И еще одно. Есть интернет-аферисты. Депутатам надо задать вопрос такой, что по этому поводу они будут принимать какие меры. А их сегодня 70% по матушке России. 70% людей в интернете это аферисты? Нет, попадаются аферисты вот на этих, на сайт знакомствах, по жилью, понятно, по легковым машинам, по этим, как его, по билетам, куда ни коснись, они тут как тут, каким-то образом узнавают. Потом аферисты есть еще в банках конкретные. Я уже нарвался, уже третий год бьюсь, и бесполезно. Куда только не обращался, пустая трата времени. А интернет для меня является практически всем, там, средством общения, там, средством информации там какой-то. Ну, в общем, без интернета тяжело, как бы. Практически, я не знаю, ну, он... Ну, в моей жизни он очень, как бы, перспективный, нужен. То есть я им постоянно пользуюсь каждый день, вот, даже прямо сейчас. Сидим, музыку слушаем благодаря интернету, то есть... Очень полезной вещью является для меня интернет. Во-первых, узнаем много нового новостей, все, что вопросы, которые интересуют, можно найти ответ, а также средства общения с другими городами, с межгородом, где, как говорится, с людьми редко встречаемся, а можно по скайпу пообщаться, увидеть друг друга. Ну, в общем, вот так. Ой, я не пользуюсь. Полу, как значит, очень важный в моей жизни. А ресурс информации? Средства общения, коммуникации. У меня нет интернета, я не знаю, даже не разбираюсь. У сына интернет есть. А я к ним не хожу, редко когда хожу. Я знаю, что без интернета тяжело. Но вы им не пользуетесь, да? Потому что у меня нет его. А хотели бы, чтобы он был у вас? Хотели бы, но не за что купить. Пенсия 7500, за что купить? Угу. Информация. То есть средства получения информации, да? Да. Вот как часто вы им пользуетесь? Не особо часто. Если только что-нибудь нужно узнать. Ну там раз в день, чаще, реже. Ну, пару раз в день точно бывает. То есть два раза в день ежедневно заходите в интернет? Так, примерно. Ну, каждый день, наверное, как все люди, что-то найти, что-то посмотреть, пообщаться с кем-то. То есть ежедневно? Ну, да. Ежедневно, как минимум. То есть это уже неотъемлемая часть вашей жизни, можно так сказать? Ну да. Да, каждый день. А как сейчас без интернета? Пользуемся часто. Ежедневно. Ежедневно пользуемся, да. Ежедневно, да? Естественно. Каждый день как минимум 5 раз в день. Часто. Часто? Да. Информацию я всегда пользуюсь интернетом сначала. Скажите, вот вы что-нибудь слышали про пакет законов Яровой? Нет. Вообще такого не слышали? Нет. А новости хоть иногда смотрите? Редко очень смотрю. Да, слышал. Да. Вот вы можете сказать, о чем это, кого касается, что они там придумали? Ну, по моему мнению, это просто вмешательство в личную жизнь. Ну, нет личного пространства, ты думаешь, что за тобой следят, и не можешь так общаться с другом, как мог общаться раньше в интернете. То есть это не есть правильно все же там они, да? Думаю, да. Нет, я не слышала такого. Ну, нет. Это о чем? То есть вы вот впервые от меня, да, услышали? Да. Первый раз.
закон, который будет включать, что прослеживать вас будет? Нет, нет? Там много что входит. Вот мы на самом деле хотели узнать, знают ли вообще люди, о чем там речь-то была. Что ж, следить будут за людьми, я так понимаю, за их перепиской. Вот это вот, да, слышали, что будет это, ну, это по телевизору говорили. Как вы считаете, это вас как-то коснется? Ну, это всех коснется. За всеми будут следить. Не слышал. Впервые вот от меня услышали вообще, да, такое словосочетание? Первый раз. Нет, первый раз слышу. Я слышала, но я не знаю, что это такое. То есть вы от меня вообще, да, услышали это? Да. Ну, в той стране, где я живу, в Европе, я первый раз слышу об этом. А вы что-нибудь слышали? Название знакомое, но я не знаю, о чем. Не в курсе, в чем там дело, да? Нет. Не слышала. Вот от меня впервые слышите, да? Честно, не слышала. Если бы я слышала, я бы сказала. Вы нам расскажете, о чем этот пакет-то? Мне расскажи, да. Ну, там с июля 2018 года. А, то, да. Что все видосы там и все вот это вот, ну, можно будет официально. Конечно, мы против, но это посягательство на личную жизнь. Я же не вламываюсь домой кому-нибудь и... Они позволяют делать вообще вещи, которые противозаконны. То есть, если будут где-то голосования и петиции, я везде подпишусь, как единицы из той массы, которые против всего этого. Я считаю, что это беспредел чистой воды. Беспредел, причем узаконенный беспредел, как бы. Нет, впервые слышу. Скажите, вы слышали что-нибудь про пакет законов Яровой? Нет, не слышал. От меня впервые сейчас слышите, да? Да. Скажите, по-вашему, для российского общества привычнее быть жертвой или добиваться желаемого? Добиваться желаемого самому, крайне всего. А что добилось вот за последнее время российское общество, вот желаемого? Есть такое, что можно привести пример, вот мы добились желаемого? Общество? Не могу на ничего ответить по этому поводу. Ну, наверное, мне кажется, удобнее большинству людей быть жертвой, наверное. Мало кто пытается высказаться, что-то продвинуть. А почему вы так считаете? Или почему так есть на самом деле? Ну, возможно, страх, возможно, какие-то, воспитание, что ли, когда с детства нам говорят, что надо только так, и вот только так. И поэтому все сидят, молчат и соглашаются. Мало кто пытается противостоять этому. Добиваться желаемого. То есть жертва — это не пророссийское общество? Нет. Добиваться желаемого. Однозначно. Нельзя. Только добиваться, хорошими путями, естественно. Вы можете пример привести, где российское общество добилось желаемого? Сложно сказать, а сейчас поймем. Ну, наверное, добиться желаемого, если ты хочешь какую-то работу, ты добиваешься ее, ты ее получаешь. Общество. Сама, наверное, вот эти все отношения. Что мы сейчас имеем, вот это вот, извините меня. Это мы желаем обществом на данный момент. Вот это свобода выбора в магазине. Свобода выбора в образовании. Это все общество, в общем-то желало, почему нет? То есть, чего желали, того и добились, да? Чего желали, того добились, это правильно. Мы хотели свободы, хотели в магазинах свободно покупать вещи, да, не надо ездить за границу. Хорошо жить. Не жалеете, да? Добиваться желаемого. Добиваться желаемого. Мы не жертва. Люди пенсионного возраста, мы добиваемся желанного. С активной жизненной позицией, да. Мы всегда отстаиваем свои права, свои позиции, свои взгляды. А вы можете пример какой-то привести, где российское общество добилось желаемого? Во-первых, сейчас со спортсменами нашими, во-первых, многих допустили, тех, которые ранее не допускали к Олимпийским играм. Вот как вы считаете, для российского общества привычнее быть жертвой или добиваться желаемого? Можно немножко конкретики? Это в смысле... Чаще российское общество и вообще склонно оно к тому, чтобы добиваться желаемого или быть жертвой, пасовать перед всем? Вот как по-вашему? Мне кажется,
склонны они быть жертвой все почему-то. В сегодняшнем 21 веке стало слишком модно, что там в суд друг на друга подают. Да, корчат из себя жертвы, по большому счету не хотят ничего добиваться. Так что да, я считаю, что все склонны быть жертвами как бы. Я думаю, большинство жертвой является. А почему так? Вы вот можете пояснить? Я думаю, это еще пережитки прошлого, советского времени, как говорится. Как то нам? Есть... Терпите, терпите, и все будет. А, надо потерпеть, и все бы нормально тогда, да? Может, было. Верят в обещания, да? Конечно. Добиваться желаемого. Желаем до конца. Что а вы... творится с дорогами, тоже тишина. Вот сегодня в новостях смотрел... Депутаты не хотят отвечать за вот эти вот хозяйства. Кто в лес, то по дрова. А мы с дороги платим. Почему они молчат? А вы можете привести пример, когда вот российское общество добилось желаемого? Ну, есть такие города, которые добиваются. Есть депутат, который умеет работать. Фамилии можете какие-то назвать? Пока нет. Дела конкретные? Пока нет. Вот в Нижегородской области, там, да, там... дела делаются. Какие? Ну, там и по дорогам уже более-менее становится. В сельском хозяйстве так, середину наполовину. Потому что и сам я оттуда. Вот. С работой потихоньку начали налаживаться, что-то, какие-то меры принимать. То есть в Питере похуже немного, да? Нет, что это, и в Питере более-менее потихонечку налаживаться. Вот. Но... большинство, вот я задаю вопрос депутату, хотелось бы задать, что, какие меры принимают с аферистами? Хорошо, я думаю, ответит на ваш вопрос кто-то. Скажите, что для российского общества привычнее, быть жертвой или добиваться желаемого? Надеюсь, что добиваться желаемого. Добиваться желаемого. А можете пример привести, когда вот российское общество что-то желало и добилось этого? Ну, например, живя в Латвии, наше русское общество добивается права голоса. Так, вы же в России, да? Я живу в Германии, но я из России, да. Мне кажется, вот с санкциями, когда ввели санкции, у нас стало какое-то производство налаживаться. То есть больше российской продукции появилось. Это вот ваши ответы, это такой взгляд со стороны, да? По всей... Ну да, я не живу в России, поэтому то, что я вижу у себя в стране, да. Мы тоже, да, со стороны, я уже в Германии 2 года живу. Мне кажется, что добиваться желаемого, самое лучшее. А можете пример привести, вот, где российское общество добилось желаемого? Чем они добились? Ничем они не добились, честно я вам говорю. Ну а вот как вы... будет выбор, я не знаю, за кого выбирать. Кого выбрать? За кого голосовать? Вот честно я вам говорю, не знаю, за кого голосовать. Они ничего не... Они обещают и ничего не делают. Вот только инвалидов повышают по 35, по 40 тысяч, а несчастным человеку, что я работала 30 лет, 8500, потому что я сама с Молдавии, поэтому, видимо, и так низко отпустили меня. Сын кончил духовную академию, приехал сюда, и я приехала за ним. Тяжело у вас жить. Тяжело у нас, да, жить? Тяжело, честно я вам говорю. Не всем дано хорошо жить.